Здравствуйте. Я ординатор второго года обучения кафедры гастральной терапии Сураева Валентина Алексеевна. Тема моего доклада – эффективность междисциплинарного взаимодействия в процессе ведения пациентки с острым стафилококковым инфекционным эндокардитом. Инфекционный эндокардит – это смертельно опасное заболевание. Многообразие его клинических проявлений и необходимость в высокотехнологичных методах диагностики обуславливают ведение пациентов с данным заболеванием целой группы специалистов. И это нашло отражение в международных рекомендациях, где другой группы был предложен специальный термин – команда эндокардита. Данное клиническое наблюдение, оно ярко демонстрирует как раз эффективность такого мультидисциплинарного подхода в лечении пациентов с данным заболеванием. Кардиологическое отделение областной клинической больницы поступила молодая пациентка через 3 месяца от начала заболевания. До него считала себя абсолютно здоровой. У нее не было никаких неблагоприятных социальных факторов, не было стоматологических и иных оперативных вмешательств. В конце августа прошлого года молодая женщина обратилась в поликлинику по месту жительства с жалобами на высокую лихорадку и боль в горле. С диагнозами лагнарная ангина, острый пиелонефрит, она последовательно наблюдалась амбулаторно и лечилась антибактериальной терапией, последовательно сменяя антибиотики с амоксициллина на цифрофлоксацин, но эффекта антибактериальной терапии не имела. При этом через 3 недели на фоне сохраняющейся фибрильной лихорадки с волнообразным течением у пациентки появилась интенсивная головная боль, а ее родственники отметили заторможенность и нарушение речи. В связи с тем была вызвана бригада скорой медицинской помощи, к приезду которой пациентка уже была без сознания. Диагнозом менингит она была госпитализирована в стационар по месту жительства. Там нарушение сознания было расценено как кома-1, а неврологом была выявлена гемиплегия слева. Наблюдалась тенденция к тахикардии, гипотензии. При экстренно выполненном анализе крови высокий лейкоцитоз сдвига формулы влево. А на МРТ абсцесс левой лобной височной локализации с дислокацией срединной структуры головного мозга. На данном слайде мы можем наблюдать это МРТ в разных проекциях. При объективном исследовании сердечно-сосудистой системы каких-то изменений выявлено не было, кроме тахикардии. Но при этом при эхокардиографии был выявлен двустворчатый аортальный клапан, вегетация на клапане аорты и аортальная регургитация третьей степени. При посеве крови был выявлен стафилококк. Выставлен диагноз инфекционный эндокардит, тяжелым осложнением которого явились неврологические нарушения, геморрагический инсульт с субсидированием. Пациентке был назначен цефтриаксон, но принимала на его не более 2 суток, так как эффекта терапии не имела и в дальнейшем была изменена. Также была проведена консультация нейрохирурга, который рекомендовал экстренное нейрохирургическое вмешательство. Пациентка была проведена в реанимационное отделение областной клинической больницы, где была выполнена декомпрессивная трепанация черепа с удалением внутричерепной гематомы. На фоне измененной антибактериальной терапии температура тела несколько снизилась, но все-таки оставалась высокой. И оставались признаки системной воспалительной реакции. На слайде мы видим КТ-исследование после оперативного вмешательства. Мы видим пролоббирование вещества головного мозга в трепанационное отверстие и некоторый отек вещества головного мозга. Несмотря на оперативное вмешательство, неврологический статус ухудшился. На МРТ обнаружена кровь в желудочковой системе и диагностирован лагнарный инфаркт. Проведена повторная операция, после которой у пациентки появилось сознание, движение правой ноги и артикуляция отдельных слов. На данном слайде мы видим КТ-исследование после повторной операции. Наблюдаем расширение желудочков, задних рогов желудочков головного мозга и более выраженное пролоббирование вещества головного мозга в трепанационное отверстие. Тоже КТ, другой срез. Несмотря на проведенные 2 операции на головной мозг, у пациентки все-таки оставалось тяжелое состояние, сохранялась высокая лихорадка и усугубилась аскультативная картина над областью сердца, особенно в области аорты, появился грубый шум. И при эхокардиографии выявлена аортальная регургитация уже 4-й степени и обнаружен скрывшийся абсцесс Вальсальвы, синуса Вальсальвы. И по рекомендации кардиохирурга было назначено оперативное вмешательство для лечения инфекционного эндокардита по жизненным показаниям. На данном слайде мы видим эхокардиографическое исследование данной пациентки. Видим вегетацию на клапане аорты и абсцесс синуса Вальсальвы.
Также эхокардиографическое исследование другой проекции. Пациентка через некоторое время была приведена в областной кардиологический диспансер, продолжая принимать антибактериальную терапию в прежнем объеме. Там ей была проведена операция с санацией полости абсцесса и протезированием мортального клапана. Ранний послеоперационный период без осложнений. Температура тела нормальная, неврологический статус без ухудшений. На данном слайде мы видим вегетацию на клапане аорты, это кадры с операции. И также мы видим абсцесс синуса вальсальва. После операции пациентка продолжала принимать антибактериальную терапию еще в течение 7 дней. На фоне проведенного лечения антибактериальной терапии температура тела нормализовалась. Пропали признаки стенно-воспалительной реакции. Пациентка проходила реабилитацию, и при повторной госпитализации в кардиологическое отделение она уже могла сама ходить по палате с поддержкой, вербально общалась с родственниками, медперсоналом, пользовалась мобильным телефоном, активно участвовала в занятиях с логопедом. На данном слайде демонстрируется полный диагноз данной пациентки, он достаточно объемный. Диагноз был выставлен на основании больших и малых критериев Дьюка. Какие же можно сделать выводы из данной клинической ситуации? Первый вывод – это то, что развился такой тяжелый инфекционный эндокардит у молодой и иммуносостоятельной пациентки без каких-либо предрасполагающих факторов, кроме двустворчатого аортального клапана. Течение осложнено было как минимум двумя жизнеугрожающими осложнениями – это абсцесс головного мозга и корня аорты. Именно неврологические нарушения позволяли провести экстренное кардиохирургическое вмешательство, так как это ассоциируется с высоким риском летального исхода. Но в связи с тем, что у пациентки появился абсцесс синусовой сальвы, кардиохирургическое вмешательство в данном случае было также жизненно необходимым, и по решению кардиохирурга оно было проведено, и это было правильным решением. Именно мультидисциплинарный подход и использование высокотехнологичных методов позволило предотвратить неблагоприятный исход у данной пациентки. И в данном случае в состав команды входили кардиологи, кардиохирурги, нейрохирурги, реаниматологи и специалисты функциональной и лучевой диагностики и нейрореабилитации. На данном слайде вы можете знакомиться с непосредственными участниками лечения данной пациентки. Спасибо за внимание.